Всем привет! Начался учебный год, и у всех встает вопрос, чем перекусить во время учебы. Ну, я считаю, лучше всего, конечно, это чипсы и кока-кола. Шутка. Думаю, лучше всего это что-то натуральное и полезное. Сегодня я приготовлю полезный и сытный завтрак, который можно взять с собой на учебу. Это будет восточная лепешка пита с различными начинками. Начнем с приготовления правильной лепешки. Что мне для этого понадобится? Настоящая пита готовится на закваске. Ну, так как у меня нет закваски, я буду использовать кефир. Мука, оливковое масло и соль. Первым делом нужно просеять муку. Высыпаем соль, перемешиваем, выливаем кефир и замешиваем тесто. Добавляем оливковое масло и продолжаем вымешивать. Тесто должно получиться плотным. Продолжаем вымешивать до однородной массы. Вымешиваем тесто в течение 5-7 минут. Затем заворачиваем тесто в пленку и оставляем его отдыхать. Прошло 15 минут, тесто отдохнуло, оно стало мягким. Делим его на три части. И раскатываем. Подсыпаем немножко муки, буквально чуть-чуть, чтобы тесто не прилипало к скалу и скалке. Раскатываем в круглую лепешку. Готовую лепешку выкладываем на противень. Берем следующую. Вот такие лепешки у меня получились. Оставляем их и на противне, пока разогревается духовка. Духовка разогрелась. Лепешку выкладываем, переворачиваем на горячий противень. Выпекались лепешки при температуре 270 градусов в течение 5 минут. Оставляем их остывать и займемся начинкой. Лепешка немного остыла, вскрываем ее, чтобы наполнить ее начинкой. Вот что у нас получилось. Вот такой рюкзачок. Тесто хорошо пропеклось. Начинка для питы может быть любая. Можно использовать все, что завалялось у вас в холодильнике. Я нашел у себя в холодильнике жареную куриную грудку, яйцо, сыр тертый и овощи. Будем из этого делать начинку. Куриную грудку нарежем соломкой. Все овощи нарезаем соломкой. Делаю омлет.
Отсаливаем, взбиваем вилочкой и добавляем сыр. Нарежем помидорки. Омлет переложили в тарелку, чтобы он остыл. Нарезаем омлет соломкой. Начинка готова, осталось начинить нашу лепешку. По желанию, вы можете смазать ее любым соусом, майонезом, что вы любите. Я не буду ничем лепешку смазывать, так как овощи дадут свой сок. И пита будет очень вкусная и сочная. Ну что, приступим. Овощи можно немного присолить. И чередуем продукты. Всего по чуть-чуть. Немножко курочки. Омлет. Овощи. Осталось попробовать, что у нас вышло. Размерчик. Я думаю, такую лепеху съесть, и день удался. Но вы можете сделать ее намного меньше, в зависимости от размера вашего ребенка и от ваших аппетитов. Вот это вот мой размерчик. Я делаю его под себя. Я думаю, я его съем и наемся. Так что пробуйте, готовьте. Всех учащихся с наступившим учебным годом. Готовьте вкусные завтраки себе в школу, в институт, где кто учится. И всем приятного аппетита и до новых встреч.